Он хедлайнер художественной выставки дворянского собрания в усадьбе Знаменское Губайлово. Из 40 художественных работ экспозиции его кисти принадлежит 20. И вот теперь художник князь Голицын проводит творческую встречу с ценителями живописи. Народу пришло не так много, но все они преданные почитатели его таланта. Я был на этой выставке, я пришел еще раз, чтобы хотя бы вот как-то воочию познакомиться с представителями Голицына, многих которых я знаю. Как заверила аудиторию жена художника, а она же по совместительству модератор встречи, познакомиться, пообщаться – это как раз то, ради чего Голицыны и пришли на эту встречу. Сергей Михайлович Голицын выставляет свои работы с 1977 года, всего 65 выставок, 10 из которых персональные, его творческая страсть – пейзаж. И как у любого художника, у него есть муза, одна из которых – старейшие районы Москвы. Китай-город, Солянка – и вот эти вот переулки, там Подкопаевский переулок, Хохловский, мне нравится там рельеф такой, холмы, то есть это неровная местность, а то возвышенность, то как бы улицы идут то вверх, то вниз. Работы Голицына и остальных участников художественной выставки «Дворянский мир» все еще можно посмотреть в усадьбе Знаменское Губайлово. Экспозиция будет открыта вплоть до 27 ноября с 9 утра и до 9 вечера без выходных.